Наше лотерейное утро открывает лотерея «Золотая подкова». Инна, какая у тебя верба красивая. Ирида, сегодня вербное воскресенье. Есть одна очень хорошая примета. Если в этот день дотронуться веточкой вербы до человека, вот так, например, то это к улучшению здоровья. Спасибо, Инна. А я знаю еще одну примету. Если комнатное растение пересадить или просто посадить вербное воскресенье, то это приносит дом богатство. Ну, а удачу и везение в дом приносит золотая подкова. И это знают все участники нашей лотереи. Начинаем розыгрыш 84-го тиража лотереи «Золотая подкова». Призовой фонд сегодняшнего тиража составляет 21 242 450 рублей. Накопленный суперприз – 12 500 000 рублей. Сегодня в 84-м тираже «Золотой подковы» мы разыграем 5 призов по 500 000 рублей и множество других денежных призов. Хорошего утра, друзья! А мы с удовольствием запускаем лототрон. 3, 2, 1. Пумс! Итак, мы начинаем розыгрыш первого тура. В первом туре мы разыграем 100 000 рублей. В первом туре вам раньше других нужно зачеркнуть 5 чисел любой горизонтальной строки вашего билета. Желаем удачи. Прошу, первый шар. 31. 67. 49. 70. Внимание! Следующий ход пятый. А это значит, что накопленный суперприз «Золотую подкову», который составляет 12 500 000 рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Желаем удачи! Итак, пятый шар. 19. Стоп-игра! Стоп-игра! Невероятно! Удивительно, невероятно. На пятом ходу суперприз «Золотой подковы» разыгран. Счастливчик приобрел свой счастливый билет в Воронежской области и таким образом выиграл 13 800 000 рублей. Это с учетом приза первого тура. Поздравляем вас! От души поздравляем вас, друзья! Если вам вдруг сегодня не повезло, у вас есть ровно неделя, чтобы исправить это. Удачи, удачи, еще раз удачи. Поздравляем. В следующем тираже гарантированный суперприз составит 3 миллиона рублей. Алекс, что мы будем разыгрывать во втором туре «Золотой подковы»? Со второго тура мы начинаем разыгрывать 5 призов по 500 000 рублей. Во втором туре вам раньше других нужно зачеркнуть 15 чисел верхней или нижней карточки вашего билета. Удачи вам. Итак, запускаем лототрон. 51. 90. 45. 7. 26. 29. 38. 56. 60. 28. 59. 12. 17. 14. 69. 77. 9. 32. 16. 54. 39. 71. 82. 63.
23. Семьдесят пять. 37. 53. 46. 74. 89. 21. 5. 43. 30. Игра! Стоп, игра! Во втором туре удача улыбнулась игроку из Санкт-Петербурга. Вы выиграли 500 тысяч рублей от души. Поздравляем вас! Поздравляю! Победитель второго тура лично убедился, что золотая подкова приносит удачу. Что ж, мы переходим в третий тур. В третьем туре мы продолжим разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. В третьем туре выигрывают билеты, в которых все 30 чисел совпадут с номерами выпавших шаров. Желаем удачи! Запускаем лототрон! Сорок семь. Четыре. Тридцать три. Сорок восемь. Восемьдесят восемь. Восемьдесят шесть. Пятьдесят два. 84. 80. 36. 66. 35. 50. 34. 10. 27. 24. 83. 15. 6. 64. 72. Стоп, игра! В третьем туре выиграл один билет. И вновь Санкт-Петербург. Ваш выигрыш 500 тысяч рублей. Поздравляем вас от души. Это действительно отличная сумма. Я от души вас поздравляю. Для вас сегодня утро стало по-настоящему счастливым. Запускаем лототрон. В четвертом туре мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. 41. 85. Стоп, игра. Выиграл один билет, приобретенный в Ульяновской области. Ваш выигрыш 500 тысяч рублей. Поздравляем вас. Поздравляем от души. Мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 68. Стоп, игра. Выиграл один билет, приобретенный в Москве. Мы вас от души поздравляем. Вы выиграли 500 тысяч рублей. Поздравляем! Мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Запускаем лототрон. Удачи. 44. 58. Стоп, игра.
Оставшийся приз 500 тысяч рублей поделили между собой сразу 7 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 71 428 рублей. От души поздравляем победителей. Поздравляю всех победителей! Сегодня мы разыграли 5 призов по 500 тысяч рублей. Это утро по-настоящему счастливое. Я думаю, что известие о выигрыше надолго поднимет настроение победителям золотой подковы. А нам предстоит разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Размер выигрыша вы можете видеть на своих экранах. Запускаем лототрон. Удачи! Сорок. Шестьдесят два. 42. 55. 1. 22. 13. 8. 79. 87. 61. 78. 20. 73. 11. 57. 81. 3. 65. 18. Стоп, игра. Это был последний ход 84-го тиража лотереи «Золотая подкова». На лототроне осталось всего 3 шара. Это номера 25, 2, 76. Их зачеркивать в своих билетах не нужно. Это хорошие приметы. Если их нет в вашем билете, значит, ваш билет выиграл. Я от души вас поздравляю. Уважаемые участники «Золотой подковы», сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму 33 742 450 рублей, выигравший сегодня 125 372 билета. Напоминаю, сегодня мы разыграли наш накопленный суперприз. Победитель приобрел свой билет в Воронежской области. Его суммарный выигрыш составил 13 миллионов 800 тысяч рублей. В следующем 85-м тираже гарантированный суперприз составит 3 миллиона рублей. Друзья, у вас есть ровно неделя для того, чтобы приобрести билеты «Золотой подковы». И вот вам хорошая примета. Чем больше билетов, тем больше шансов на победу. Следующий 85-й тираж «Золотой подковы» мы посвящаем Дню космонавтики. И ровно через неделю мы будем разыгрывать 3 приза. По 1 миллиону рублей и множество других денежных призов. А впереди вас ждет 43-й тираж лотереи «Гослото» 4 из 20. Удачи!